Привет, друзья! Электрик на канале. Так, ну вот. Наконец-то лягуха высохла. Лягуха из глины сделана. Покрыта эмалью. И в печке простоял специальный лак. Очень-очень глянцевый. Так, сейчас попробуем нанести слой меди. И чтобы гальванику можно было сделать, нужно на диэлектрике слой, медный подслой, который потом будем покрыть серебром. Так, ладно, попробую я с первого раза. На улице холодно. Из пшикалок попробуем. И посмотрим, будет ли реакция или... Все стекет. Ну, погнали, в общем. Так, ну, в общем, не получилось мне, как хотелось. Так, короче, зря я затеял эту нанесение пшикалок. Я просто хотел показать, что это можно сделать и без компрессоров, без установки. Но деталь довольно сложная, и здесь я буду переделывать из оборудования. Потому что здесь есть место, где... не покрылась, где у меня просто ни жидкости не зашлись. Вот здесь я не нанес
В общем, там надо с надувом. Покрытие довольно быстрое, и здесь просто местами очень сильно, местами вообще нету, даже вот глаз половину покрылся. Но это берет обычная смывка, смывает легко, и медь, так как какой есть, пальцем не стирается, наносится довольно блестящий, довольно толстенький слой, и сразу можно наращивать медь. И для серебра даже ничего не надо наращивать, сразу можно серебрить его. Просто 10 минут, и будет он в серебре, и можно просто поставить на полку без лака. Вот такая вот лягуха. Это есть подслой под серебро. Здесь просто неудачный вариант получился, но как для показа, как это будет происходить, я вам показал. Вот так. Она будет серебряная, покрыта серебром 3/9 и без лака. Так, ну вот, в общем, нужно под давлением нанести медь, потому что вот пальцы вот здесь, пшикалки были довольно трудный эксперимент, руки устали, неравномерно здесь все, надо было еще крутить, надо, чтобы доска сама, возможно, крутилась, и под давлением нанести, чтобы все сразу. Скорость нанесения меди довольно феноменально быстрая. Пальцем она не стирается. Слойчик довольно такой жирненький наносится. Перегорание не наблюдается. Но есть такие моменты вот здесь, где просто. Вот такая лягуха. Она на воздухе, наверное, через пару дней станет коричневой. Ну, для, как сказать, для гальваники это долго ждать не надо. Покрыли, окунули. Ну вот, эта вся технология будет подогнаться под серебрение и золочение. Изначально мы делаем деталь. Эта деталь как раз была из глины. Сделано покрыто эмалью глянцевой, и наносим под слой меди, сушим, и в дальнейшем надо электролиз серебра или золота, и тогда это будет красивое изделие. В общем, извините за брак, так вот не получилось. Но я как-то не привык показывать только то, что получается, иначе мне совсем нету смысла. Хорошо, подписываемся и ждем продолжения. Пока.